Статистика убедительно показывает, что чем богаче живут люди, тем меньше людям нужны суррогатные вот эти вот пропихоны. Кто там музыкой занимается, кто живописью, кто там работу работает, кто там инновации, кто стартапер, кто единорогов ищет за хвост, как мой друг Оскар Хартман, да? Мы вот с ним партнеры, мы по всему миру ищем единорогов. Вы думаете, Оскар выпивает? Нет.